еще минуточку потратить. Спасибо большое. Спасибо огромное. Кстати, я не праздную. Нет, я не праздную, хотя действительно профессиональный праздник. Ну, как-то... Пока рано пожинать плоды. Надо еще учить. Вот, вот когда выучу вас, буду праздновать. Для меня, знаете, праздник — это когда заканчивается семестр и вроде как ничего. Результат. Посмотрим. Первокурсники ФМК в прошлом году показали неплохие результаты. Вот. А вот вам пока. Вы, по крайней мере, ходите намного расслабленнее. Ваше присутствие, если сравнить с текущим первым курсом ФМК, это совершенно небо и земля. Ну, первокурсники, они такие поближе еще. Ну и что? А вы чем хуже? Мы уже научены. Чем научены? Плохо научены. Расслабились просто. Вот и все. Так. Еще минутку. Отсутствие бренда сказано. Наоборот, вы уже должны знать, что лекции, они хороши тем, что это быстрее, чем читать книги. Первокурсники, они еще могут думать, да ладно, я прочитаю в своем темпе быстрее, что он там рассказывает. Вот. Нам помогает, что пока учебник не издан, учебника нет. Так, ладно, давайте с вами начнем. У нас с вами шестая лекция. И мы с вами начнем говорить о структурном программировании. Структурное программирование. Собственно, программирование состоит не только в знании синтаксиса языка, не только в знании алгоритмов, которые можно написать на этом языке, но еще и в владении парадигмами или подходами к написанию. Представьте себе, то человек собирается строить дом. И дело масштабное. То есть, если бы он там, не знаю, делал скворечники все делали, да, ну или улей чуть-чуть больше, да, или будку. Ну тут можно, знаете, как-то по наитию, ну взял доску, ну как-то там что-то длиннее казалось, ладно, подпилим, что-то по-прежнему длиннее, ладно, еще подпилим. Ну, как-то так, да, одну приложил к другой, и что-то более-менее получилось. И за более-менее разумное время сделал себе улей или скворечник. А дом так построить нельзя. Невозможно. Потому что при попытке построить дом просто так, по наитию, последовательными приближениями, оказывается, что, ну, во-первых, просто не то, что он падает, а даже дело не доходит до середины. То есть возникает какая-то ситуация, вы кладете кирпичи, кладете, елки-палки, не туда привел, а подвинуть стену нельзя, понимаете? Нужно реально брать и, что называется, сначала начинать. Поэтому очень важно уметь проектировать программу перед тем, как вы написали сотни и тысячи строк кода. Понимаете? Проектирование – это то, что ценится в программировании больше всего. Оно приобретается, к сожалению, опытом. Когда вы напишете одну, две, три большие программы, ну так на тысячи две строк. Понимаете, да? То есть не 50 строк экрана, там, но не 100 строк. А ну на тысячу хотя бы строк напишите программу. Там себе шишек набьете. После этого вы, да, подумаете, елки-палки, а как вообще люди строят? Иногда бывает, человек построит себе дом, и только потом начинает выяснять, а как же вообще люди строят? А как это делают?
Понимаете? И есть история проектирования. История создания больших программ. Как люди это делают? Первое. Люди делают это совместно. Некоторые шаги к тому, чтобы вы делали совместно, в принципе, могли делать совместно, вы уже сделали тем, что вас сразу научили GitHub. Сразу вас подсадили на GitHub, чтобы вы знали систему, которая позволяет ревьювить код, да, смотреть на него, возможность там оставлять issues, хотя вы еще там не учились. Вот, возможность видеть малые изменения, да, и хранить всю историю изменений. Ну, вот такой вот инструмент вы увидели. Но это все-таки инструментарий. Да, владение инструментарием важно, чтобы уметь программировать в современном мире. Чтобы уметь вырабатываться в команду, надо владеть. Но это опять же, как строить дом. Можно, наверное, раствор и этими ладошами класть, да? Но есть мастеров, и вы должны владеть каким-то. Есть там, как это называется, веревочка, натяжечка такая, да? И вот есть некие уровни, парадигм. Что такое парадигма? Структурное программирование – это одна из парадигм. Да, это парадигма программирования. Да, через, я не буду повторять заголовок. SP. SP, да, это такая парадигма программирования. Парадигма программирования. Что такое слово парадигма значит в отношении к программированию? Это образ мышления, подход. Или, короче говоря, о чем надо думать во время движения. Представьте себе, что я сажусь на велосипед. И вот я внимательно думаю о том, как я кручу педали. Так, левая, правая, так, руль, так, балансируем, держим баланс. Это, конечно, хорошо, но это что-то на уровне синтаксиса. То есть не ошибаться, нажимать правильной ногой, да, в принципе, владеть, или у машины, да, то есть понимать, как переключить передачу, что нужно, так, сцепление не забыть нажать перед тем, как включать передачу, понимаете? А парадигма – это когда ты думаешь, а куда я вообще еду? А что меня ждет? А каково дорожное покрытие? То есть как это вот приподнимание чуть-чуть над процессом, понимаете? И вот этому нужно учиться достаточно рано, несмотря на то, что вы сейчас еще… Кто-то, может быть, недавно только начал программировать, с начала нашего курса, и тем не менее нам нужно учиться приподниматься над процессом. Итак, структурное программирование придумал Дейкстра, популяризировал его Николас Вирт, создатель языка Паскаль. Ну, кстати, Паскаль – это хороший язык для структурного программирования. Сейчас популярно объектно-ориентированное программирование. И я вас буду к нему, безусловно, подводить, я его очень люблю. Но дело в том, что структурное программирование, это, знаете, как ну не азбука на пути к чтению, но, не знаю, как чтение по слогам на пути к чтению там словами сразу, да? Ну вот, нужно обязательно его пройти. Если вы не будете владеть навыком структурного программирования, то ваше объектно-ориентированное программирование будет как плохое кунг-фу. Итак, принципы структурного программирования. Первое. Структурное программирование состоит в использовании, странно произносить это в 21 веке, потому что структурное программирование – это 60-е, даже чуть раньше годы, 60-е. Вот, прошлого века. Вот. Но когда-то это было очень важно. Итак, первое. Операторы все, да, или скажем так, ход выполнения, или даже так, выполнение состоит из, ну, в принципе, может быть, даже код лучше написать. Код состоит, программный код. Хорошо, код. Но действующий код, в смысле, непосредственно выполняющийся, да? Код состоит из последовательного исполнения, циклов и ветвления.
из последовательного исполнения циклов и ветвлений. Еще раз говорю, странно про это говорить в 21 веке, потому что на Питоне у вас как бы не получится по-другому. А да что тут имеется в виду вообще, о чем речь? Речь здесь на самом деле о том, что нельзя пользоваться оператором GoTo. Что GoTo зло. Для ассемблера непосредственный переход между строчками кода, он необходим как воздух. Там по-другому нельзя. Вы помните принцип архитектуры фон Неймана, я вам озвучивал, да? И там принцип условного перехода является необходимым. Просто для того, чтобы программа в памяти помещалась, вот линейненько, нам нужно прыгать туда-сюда. Понимаете? Код на ассемблере не может быть структурным. В принципе. Да? То есть это команды, расположенные одна за другой. Здесь есть маленькое к этому дополнение. Это дополнение отступа. Да? Отступы. Да? Отступы должны поддерживать эту структуру. Поддерживают вложенность в текст. Я вам, знаете, все-таки еще приостановлюсь на одну секундочку. Дело в том, что при помощи оператора GoTo можно создавать такие конструкции, которые вообще нереализуемы циклами. И они могут казаться, создавать ощущение своей нужности и удобства. Но я специально вам приведу такой пример. Вот действие, вот условный переход, который зацикливает вот сюда, да, и вот условный переход, который зацикливает вот сюда. Так? В середину. То есть можно было бы описать это циклом с постусловием, но в питоне нет цикла с постусловием, ну, не имеет, да? В другом языке. Но здесь есть прыжок в середину итерации, понимаете? То есть это жестко. Потому что это непредсказуемо. То есть он может крутиться вот так, потом вот так, да? А потом взять и вот так. То есть вот такие могут быть замечательные итерации. Как вам? Это я простейшую из нереализуемых конструкций, которая реализуема с GoTo. Да? Короче говоря, программы с GoTo, это показывает опыт. Если вы когда-нибудь с ними столкнетесь, знайте, они слабо предсказуемы, трудно отлаживаемы и практически отвратительны. Короче. Если это только не ассемблер, то никакого GoTo быть не должно. Некоторые программисты на C не могут позволить себе отказаться и все-таки продолжают писать. На Паскале тоже GoTo есть. В Питоне, слава богу, отступы обязательны. GoTo нет совсем. Обязательно просто ничего не получится написать. Так что пункт 1 в Питоне выполняется автоматически. Наилучшим образом. Второй пункт. Для того, чтобы повторяющиеся фрагменты кода повторять по нескольку раз, нужно использовать подпрограммы. Да, используй подпрограммы. Подпрограммы для оформления повторяющихся частей кода. Используй подпрограммы. Соответственно, для повторяющихся, я разделю это на два пункта. Для повторяющихся частей кода и еще, даже если часть кода вызывается всего лишь один раз, но она логически закончена, то есть она отдельная сущность, как бы, да, она как бы факторизуется задача на несколько подзадач. Или, короче говоря, можно сделать декомпозицию задачи на несколько подзадач. Короче, для логически целостного куска кода, логически целого, целостного куска кода, даже если он вызван всего лишь один раз, даже если она выполняется один раз, все равно используй подпрограмму.
Пункт 3 самый непонятный. Называется «Используй парадигму сверху вниз». Или так, «Двигайся сверху вниз». Сверху вниз. Дело в том, что при написании и использовании подпрограмм есть, в принципе, два подхода. И пункт 2 говорит нам что? В принципе. Он говорит, ну пиши программу, пиши. Вот, пожалуйста, вот пиши циклами, ветвлениями, пиши, пиши, пиши. О, увидел повторяющийся кусок кода. Бери его и выделяй подпрограмму. Логично? О, увидел законченный кусок кода, выделяй подпрограмму. Я прав? Ну, логично, да, вот если вот... Вот это трогай, не трогай. Согласны? А надо двигаться не так. Надо двигаться не так. Перед тем, как я начинаю писать программу, я сейчас тут буду картинки малевать, но эти картинки суть отражают. Или давайте так, я вот тут картинки буду малевать, а там я буду программный код уже писать. Представьте себе, что я конечный заказчик, и я хочу построить дом. Какая была бы идеальная для меня ситуация? У меня есть некое представление о доме, некий заказ, да? Я конкретизирую свои представления, да? Передаю это волшебнику-магу, да? С этим, с галстуком. Да, и этот волшебник и маг с галстуком возвращает мне дом. То есть я ему, как сказать, свою зарисовочку дома даю, да? Ну и, наверное, денежку какую-то, запятая денежка. Потому что без денежек дом, конечно, не построишь. Вот. Значит, а он мне возвращает, собственно, дом реальный. Да? Понятно. То есть у меня есть магический друг, которого я вызываю, и он решает все мои проблемы, возвращая мне то, что надо. Или, короче говоря, я пишу следующим образом. Да? Я сделаю вот так вот. У меня будет главная функция, так называемая DevMail. Ну так я хочу. Вот давайте пусть она у меня будет, чтобы у меня было именно сверху вниз все писалось. Да, и я эту функцию вызову. Почему я сейчас так напишу, я там вы поймете, может быть, чуть позже. В самом низу я напишу вызов функции main. Кода, который не внутри функции, у меня сейчас не будет. Всяких дополнений, которые хорошо бы слегка тут написать, тут тоже пока нет. Итак, что я должен сделать? Я хочу решить проблему. Я должен считать x и вывести, не знаю, это число Фибоначчи. Да? Например, мать делается. Вот я n равно int input. Да? Ну, не важно, что там. Сейчас я скрою. Да? И что я должен сделать? Решить проблему. Давайте возьмем нашего друга, который решает проблему. Solve problem. Print solve. Ну или давайте так, подождите, я поправлюсь. Давайте так. Answer равно solve problem. Вот это. И print answer. Я бы назвал вот этот подход сверху вниз, знаете как? Мечтанием. Мечтай. Размечтаемся. Давайте размечтаемся, что кто-то решил за нас проблему. Да? Возвращаемся к этому дядечке. Конечно, дядечка маг, но не настолько. Да? Сам дом он строить не будет. Да? А что он будет делать? Да? Он понимает, что ему надо... Да, это менеджер там строительной фирмы, он вызовет кого?
архитектора, конечно, в первую очередь, еще рабочих рад называть еще. Он вызовет дядю архитектора с большими квадратными очками, да, и большим карандашом. Дядя архитектор этот, да, умеет рисовать. Его не волнует, есть ли у него помощник и как именно он это делает, но он ему передает вот эту вот писульку маленькую, да, от человека за рисовкой дома. А получает от него типу документации, в которой написано, как санузлы, как там, что, какие, проводка, все размечено, все отлично доведено. Да? То есть это целая документация. Да? Документация архитектурная. После этого, с этой архитектурной документацией, можно уже что делать? Передавать ее. Кому? Прорабу, отлично, да, прорабу. Дядька в каске, но с галстуком еще. С галстуком. Вот. Этот дядька, да, возвращает ему, получив документацию. Я не буду перерисовывать, потому что здесь последовательно. Да, он получает документацию, да, возвращает, собственно, дом. Да, возвращает дом. Он у меня получился кособоким, пусть он и будет кособоким. Вот, потому что на самом деле дядька-менеджер, для того, чтобы не потерять свой имидж, да, и статус, как это называется. В общем, он должен вызвать инженера по контролю качества. Да? Придирчивого дядьку с большими круглыми очками, который улыбается, ходит и все проверяет. Тут нажмет, тут попрыгает. Вот. И все проверит. Да, и этот дядька вот, возвращает ему заключение. Заключение о пригодности. Ну, результат там тестирования ошибок. Да, он получил дом, проверил, выдал заключение. Вполне возможно, что дядька-менеджер еще несколько раз пихнет этого прораба, да, передав ему обратно этот дом с заключением этого эксперта, пока он не вернет ему нормальный дом, который он уже вернет в конечном счете человеку. Понятно? То есть, короче говоря, эта функция solve problem, она выглядит примерно следующим образом. И самое главное, понимаете, я сейчас вам отображаю процесс, собственно, программирования. То есть сам процесс создания программы, он выглядит примерно так. То есть я вначале вызываю функцию main, которая делает все. В ней я говорю, ну я считал входные данные, вот я, ответ равно решение проблемы. Но тут оказывается какая ситуация в этот момент? Программа не компилируется. Ну, она не выполняется. То есть на попытке вызвать солвер, этого солвера нету. Естественно, да? А вот теперь смотрите. Самая главная фишка. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Это касается именно уже программирования. Я что сейчас сделаю? Я довожу программу до компилируемого промежуточного результата. Это можно выполнить и увидеть ответ. Да, этот ответ лажовый, конечно. То есть мне для чего я это делаю? Для чего я сейчас это делаю? Я даже написал, то есть в принципе, вот этот товарищ, он вызывает, он ожидает, но этого дядьки пока еще не было, да? И вот я написал этот solver, dev solve problem, вот я его в принципе сделал, да, но что же дядька делает? Пока что он у меня возвращает ничего. Ну или пусть он вернет подобие дома, там, я не знаю, если enter ожидает число, ну пускай он вернет туда 0. Если там ожидается число. Понимаете? Я поставил вместо нормального менеджера, я поставил функцию заглушку. Их еще называют mock функции. Мокрая. Mock. Пустая функция заглушка. И что еще я поставил? Fix me. То есть я здесь поставил явно яркое
яркий комментарий о том, что это недоделка. Это недоделка. Но зато я достигаю чего? В моей программе разработки, да, я в принципе поставил запятую. Commit push. Пошел попил чай. Я пошел попил чай, забыл обо всем. Возвращаюсь, смотрю в код. О, fix me. Так, так, ну-ка, программа с группы А, любой человек, нет, даже не я, я заболел, другой человек приходит. О, fix me. Программа запускается, но возвращает фигню. Ну так понятно, потому что тут fix me, дай-ка разберемся. Он смотрит внимательно, тут написано solve problem. Так? Правда, возникает вопрос, откуда человек узнает, а что должна делать эта программа? Потому что я-то ее держал в уме, что она должна делать. Вы знаете, что я забыл сделать перед тем, как пошел пить чай? Я забыл, кроме вот этого вот возврата фигни и fix me, написать, собственно, самое главное. Я же мечтаю, я должен рассказать, о чем я мечтаю, пояснить. Ну, на самом деле, конечно, заголовок функции вот содержит в себе название, да, и немножко сути моей мечты. Потому что название функции, запишите это, пожалуйста. Да, мне там еще место понадобится, правда, можно себя где-нибудь, у вас наверняка найдется такое. Название функции должно отражать суть выполняемой ей задачи. Ну или суть или ее задачи. То есть, что она делает? Понятно? Причем тут такой момент. Не то, что конкретно делает дядька-менеджер, да? А что происходит в процессе, в принципе. То есть, какой, за какой процесс он отвечает в принципе. Да? Итак. Функция называется solveProblem, это малоговорящее название, хотя и оно подчеркивает смысл того, что это как для меня, еще раз говорю, решатель всего. Так, я забыл, что написать. Документ строку. Документ строка пишется в тройных, двойных кавычках. Она занимает не одну, а несколько строк. Я могу, сколько надо. Я подробно описываю для себя, вернувшегося после чая, все забывшего, или для товарища, который взялся ремонтировать код после меня, да, что эта функция делает. Да, ну, я здесь сейчас пишу абстракты, поэтому я решаю проблему, да, решает проблему, да, что осуществляя, что? Ну, давайте вот, собственно, строительство, да, осуществляя проектирование, проектирование, строительство и тестирование дома. И я закрою эти тройные двойные кавычки вот здесь. Да? Это многострочный литерал строки. Вот, и он спокойно сколько угодно строк будет длиться. И вот, да, здесь я говорю, вот состояние, по которому я ушел пить чай, оно вот такое. Return 0, fix me. Ну, допустим, у меня дом это число. То есть результат сейчас, допустим, число. Ясно? Так, теперь я пришел. Вот сейчас вот это состояние. Я пришел, разламываем программу заново. Удаляем вот этот вот вымышленный результат. И начинаем писать нормальную реализацию. Для этого я начинаю что прописывать, что он должен передать. И как надо назвать эту функцию? В тот момент, когда я решаю, как назвать функцию, правильнее всего, не в момент, когда я совсем сижу, а в момент, когда я описываю ее вызов. То есть именно сейчас я буду придумывать название для той функции, которую позже напишу. Она будет ниже по тексту. Итак, что я сделаю? Это у меня будет архитектор, да, или дизайнер по-английски. Дизайн.
Значит, мне нужно сделать project, да? Project, это результат возврата. Да. Design house. И я передаю его входные параметры на разработку дизайна. Затем я что делаю? Получаю, собственно, house, да? House. Я вызываю здесь, опять же, я мечтаю, пока еще этой функции нет. Ее никто не написал. Если я ее не напишу, никто ее не напишет. Но я мечтаю о ней. О том, что у меня будет товарищ, который построит мне дом. И вот я, собственно, напишу house равно, соответственно, build. Build house. И даю туда project. Да? Так, отлично. И дальше мне что требуется? Посмотреть на результат, да, и в зависимости от этого результата я либо доделываю, либо не доделываю. Ну, там, как это можно сделать? Ну, во-первых, функция, которая будет возвращать, мне true или false, то есть я о ней сейчас думаю, да, и понимаю, что эта функция должна возвращать мне true или false, булевский пример. Так, мне нужна такая функция, тестировщик. А передать ей надо house и project. Кстати, я вот этого не отразил, да, на самом деле тестировщик должен получать не только house, он должен получить и оригинальную документацию, потому что если ему не дать документацию, то откуда он знает, а что требовалось построить? Может, там и должен был быть туалет на кухне, да, или там что-нибудь еще по проекту. Итак, короче говоря, я сделаю так. Пока у меня, not test passed. Вот так я решил назвать функцию. Почему? А потому что мне будет нравиться, как это будет читаться. Пока не пройден тест. While not test passed. Да? Туда я передаю house и project. И что я буду делать? Ну, я сейчас не буду новую функцию, я буду перебилдживать тем же самым способом, да, то есть house равно build house. Передаю туда project. То есть я переделываю его начисто, пока он не получится. Ясно? Логика ясна? И опять. Сейчас программа находится на взлете, то есть я размечтался. Я размечтался так, что моя программа не компилируется. Но это правильно. Без этого взлета не получится, собственно, сделать правильно, проектировать программу. Итак, что мне нужно сделать сейчас? Перед тем, как я пойду пить чай или кофе, я должен приземлиться. А как я это сделаю? Естественно, что я не буду дописывать программу до конца. Я должен поставить функции заглушки. И очень важно, до того, как я все забуду, мне нужно про каждую из них написать достаточно подробную документ-строку. То есть поставить задачу. Вы, наверное, слышали, что постановка задачи – это половина решения. Слышали? Правильная постановка задачи – это половина решения. И вот этот процесс спуска до состояния, когда можно коммитить, он обязательно требует конкретизации. Надо сказать, что сами названия, они, еще раз говорю, немножко это подсказывают мне, да, но не до конца. Ну, давайте я продолжу писать где-нибудь вот. Я все-таки не буду тут портить, вот тут. А, нет, а мне еще надо. Ну, давайте я вот тут попробую уместиться. Итак, dev, то есть это ниже, но выше, чем main. Вот, вот сюда вставляется. Dev design house. Да, и я что делаю? Я описываю здесь документ строку. Что? Значит, возвращает, значит, разрабатывает и возвращает
и возвращает, то есть return, да, проект дома. Проект. Ну, я просто проект напишу. И ставлю заглушку. То есть я сюда вписываю return, ну, что-то наподобие проекта. Ну, я не знаю, что. Ну, давайте, допустим, у меня будет project типа строка. Значит, он должен тип соблюсти. Тип он должен соблюсти. А вот значение пусть будет любое. Ну, давайте, пускай мне возвращает пустую строку. Да? И не забываем волшебный fixMe. Без fixMe здесь, как сказать, можно случайно принять фальшивку за настоящую монету. Надо оставлять там, где не костыль, а это by design пока временная недоделка. Да? Просто потому что программа разрабатывается не мгновенно, а пошагово. Следующее. Я записываю функцию dev какая-то у нас. Buildhouse, да? Buildhouse. Значит, которая передается project. В ней описывается что? Давайте сейчас конкретизируем, а что, собственно, вообще описывается. Дело в том, что здесь надо описать не только что функция делает, но еще и что функция получает. То есть она строит дом. Строит дом. Да? Но когда я буду вызывать эту функцию, или кто-то другой программист, он должен знать, а что надо сунуть сюда в качестве проекта. Ну хотя бы какого типа он должен быть. Потому что в питоне типы не зафиксированы аргументы. Понимаете? То есть мне нужно пояснить это в документации. Написать. Project, да, это строка. Строка, запятая, да, проект дома. Понятно? То есть и тип, и суть, а что по сути надо передавать в этом параметре. Более того, если есть какие-то требования к этому параметру, ну, например, помните про функцию чисел Фибоначчи, да, мы писали с вами? Это число Фибоначчи. Да. Такое неуверенное, да? Да, да. Да, я вам сказал устно, что она не работает для отрицательных чисел и для нуля. Да? А хорошо бы это зафиксировать, а то люди будут думать, что она работает. Но любое число Фибоначчи, оно, кстати, существует, оно тоже может выводить, а оно не может. Понимаете? То есть нужна какая-то пояснительная сопровождающая строка, запятая, проект дома, и какие-то, может быть, к ней требования, что-то она должна конкретно содержать. Но я не буду это сейчас прописывать. Да? И еще, вместо слова «возвращает» я напишу сразу «return». Да? То есть, что именно она возвращает? Return, что? Собственно, дом, да? Дом по проекту. Дом по проекту. О, не видать ничего. Дом по проекту. Закрываем документ строку, пишем return. Ну, мы договорились, что у нас дом это число 0. То есть он тип соблюдает, но реально там, конечно, он передает фигню. То есть это фиктивный прораб. Соответственно, то же самое, я сейчас уже не буду писать третью функцию, то же самое, заготовку с конкретизацией задачи я делаю для третьей функции. И после этого я действительно приземлился, коммит, пуш, чай, спать, до свидания, увольняюсь, что угодно. Но дело в том, что вот это состояние, ну, не хватает одной функции, но вот это состояние проекта неразломанное. Программу можно запустить, понимаете? Увидеть какой-то результат, то есть она... Состояние программы, в состоянии, когда вы закоммитили, должно быть рабочее. Она не должна быть разломана вдрызг. Вы биологи. И мне вам легко объяснить. Вот, дайте себе
представьте себе. Ну, я верующий человек. Я знаю людей верующих, которые считают, что Бог сотворил вот так вот их. Одним единственным коммитом. То есть, вот что называется, все вот... И вот готовая финишная точка, да? Вот мое мнение, как программиста, да, что Бог коммитил по пути, а самое главное, соблюдал этот принцип. То есть, да, промежуточные уродцы могут быть, но в серединке выживающий вид, который нормальный, адекватный, он с точки зрения системы целостный. То есть у него, что называется, все мышцы на месте, оно все работает, он бегает, прыгает, питается и так далее. Да? То есть да, это, как сказать, творческое, ну как, код проходит, когда мы что-то творим, что-то делаем, да, мы делаем творческие преобразования, внедряем какие-то новые фишки, вот сколько я новых органов туда внедрил, раз, два и третьего тут не написано еще, да, вот, но, тем не менее, да, он ничего не работает как надо, но тем не менее, он запускается, понимаете, он запускается, можно посмотреть на результат. Вот этими вот коммитами, каждый из которых законченный, мы доводим и доводим, доводим программу, пока не будут реализованы все фичи. Понимаете? Пока, наконец, у нас не будет нормально строиться дом. При этом, вот когда этот этап, сейчас у меня этот уже написан, и я к вот этому товарищу, и к вот этому я больше не вернусь никогда. То есть вот эта функция, она ровно в этом виде уже может быть протестирована, вычитана, вот эта функция. Протестировано, вычитано, и она так и войдет в финишный результат. Понимаете? Несмотря на то, что функции заглушки вот эти, они еще не работают. Ясно? Забыл я что? Плохо протестировал. Что я забыл? Return House я забыл. Рассказывай, что она войдет в результат. Смысл в том, что да, вот я ее уже могу протестировать, вычитать. И еще раз, все, этот товарищ уже настоящий. Осталось сделать вот этих не врунами, а как сказать, не фальшивками, а настоящими специалистами. Да, для этого их нужно писать все эти функции, прописывать. Да, естественно, что этот товарищ, как его там, прораб, он не будет сам строить. Он позовет того, который будет строить фундамент, да, дядьку. Того, который говорит ему, так, тебе фундамент строить, копай. Да? Он возвращает ему фундамент. Он передает это вместе с фундаментом и проектом. Естественно, что у него куча листочков с проектом, он их распределяет там вот эти куски проекта. Этому он говорит, так, вот тебе фундамент, и вот тебе очередная бумажка. Значит, ты, пожалуйста, мне этот, стены делай. А этот товарищ делает ему стены. Вот, возвращает ему стены дома. Да, уже дом стоит со стенами. На фундаменте. Вот. А потом он что делает? Он вызывает следующего товарища и говорит, ну а ты мне давай, пожалуйста, делай крышу. И этот товарищ на эти стены, да, ставит крышу. Понятно? То есть он тоже будет заниматься очень важным делом. Как называется это дело? Это же мы, на самом деле, вот когда я писал эту функцию, я кое-что делал. Вот это мечтание, он содержал очень важную вещь. Давайте запишем это слово. Декомпозиция задачи. Декомпозиция задачи. Это разбиение ее на... как вам сказать? Четкие, законченные, логически целостные подзадачи. Но я напишу столько слов под задачи. В тот момент, когда я осуществляю дизайн функции, то есть я только придумываю функцию build house, например, я только придумываю ее, я пишу ее документацию, еще ни одной строчки не написал, но когда я придумываю документацию, я могу вдруг осознать, что я неправильно осуществил декомпозицию, что эта задача слишком сложная, и на самом деле ее надо разбить на несколько. Да? Ну, например, я могу осознать, что, собственно, тут одним доверять одному прорабу не очень хорошо, да? Я лучше, может быть,
буду запускать тестирование на каждый этап строительства. То есть я уже здесь на самом деле, потому что иначе получится слишком универсально. Ну, это для разных задач разные. Я, может, сейчас маленький домик строю, для моей задачи правильно именно вот этот механизм. Я же его нарисовал. Но вполне возможно, что я осознаю, что это слишком, и мне нужно сделать там build fundament, да, там build walls, да, и каждый раз, пока тесты не прошли, даже не начинать строить стены на непротестированном фундаменте, правда? Как-то нелогично. Да. Можно вопрос? А вот это ничего страшного, что мы сначала как бы обращаемся к функции, а потом функцию задаем? Это правильный подход для написания программы. Правильный. Вы вызываете еще даже не описанную функцию, даже заголовка ее нет. А как он сработает тогда? Она, конечно же, это же взлет, понимаете? Вы даже не запускаете программу. Я сейчас как делаю фокус на том, а как пишется программа, о чем мы думаем и как она происходит. То есть в этот момент это взлет, когда я еще пишу. Я даже не буду пытаться, я же не буду каждый раз запускать программу. Простите, но любая программа, даже Hello World, она все равно при своем написании проходит поломанные куски. Но совершенно пустая программа, она вообще-то компилируется. И не содержит ни одной ошибки, да? Вот. Потом я взял, написал программу, ну я медленно набиваю, да, все-таки. Сколько-то микросекунд я набивал букву П. Все, программа поломана, она не работает. Так нельзя, потому что П это идентификатор, которого не было. Откуда он тут взялся? Пр, при, м. Как только я допишу в букву Т, в этот момент я могу, знаете, в принципе, вот я даже Hello World могу сделать в несколько коммитов. Я могу коммитить, потому что у меня функция print, она существует, упомянуть ее можно, ну, любой идентификатор можно просто упомянуть, и это не будет являться незаконным в питоне, да? Да, давайте сделаем постепенно, поэтапными коммитами. Print Hello World. Я следующий сделаю. Я напишу скобки. Да, это я сделал маленькое. Да, причем опять же, был момент, когда программа находилась в разломанном состоянии, а потом я довел ее и могу закоммитить. Она работает. То есть она выводит одну, она функцию теперь не упоминается, а вызывается, и она возвращает просто одну пустую строку. Да? Да, дальше давайте. Ну, я могу сделать так, чтобы потом можно было коммитить хоть каждую букву. И сейчас я поставлю две кавычки вот здесь, вот. И только после этого я поставлю курсор посередине и начну туда набирать Hello World. Понятно? Это в каком-то смысле, ну, это параноидально. Так, так никто не делает. Но суть это показывает, что как мы делаем эти последовательные коммиты. Но дело в том, что даже в середине, да, даже в этом случае у нас есть момент серединки, взлет. И вот этот взлет, это именно когда я вот это уже написал, а вот это еще не успел. Еще я не успел. Но я не, пока я не приземлюсь, я не имею права отрываться от компьютера. Понятно? Поэтому, кстати, взлеты и приземления не должны быть слишком масштабными. Представьте себе, что я вот эту функцию сейчас распишу в деталях. То есть этот менеджер сейчас будет контролировать все, что он будет у нас непосредственно взаимодействовать с рабочими, там каждому рабочему мастерок, там проверять, то есть, вот это все. Да? То есть я здесь, естественно, все равно буду сочинять каких-то рабочих, да, которые должны мне сделать тот, этот должен мне сделать тот. Но если я вот здесь вот напишу строк 50, но 50 это еще ничего. А большие фирмы занимались исследованиями, они показывают, что функция больше 50 строк содержит очень резко нарастающее количество ошибок. То есть от количества строк кода до 50 строк все более-менее нормально, равномерно. Но если больше 50 строк кода, то там уже неминуемо нарастают ошибки при профессиональных программистах. Ну вот представьте, что я пишу тут уже 50 строк, и оно на границе моего удержания в памяти. Я потом, я устал, но в конце концов я уже сижу, пишу там полчаса, да, а мне сейчас еще нужно там, вот эти все описывать детально, конкретизировать задачи. А это не так долго, не так мало времени занимает конкретизация под задачи. Понимаете? Поэтому тут надо аккуратнее. Я прошу прощения, уже был, по-моему, звонок на перерыв. Да? Да. Вот. Много уходит времени на это. Я трачу это время.
Не потому, что я рассказываю очень сложные вещи. Я понимаю, что это достаточно просто. Можно было рассказать, наверное, минут за 5-10. Я рассказываю это долго потому, что я должен вас прям настоять, сказать, ребята, сверху вниз. Сверху вниз. То есть вы от проектирования, а не так, что а дай-ка я напишу сейчас, вот можно же пойти по-другому, а дай-ка я сейчас напишу, как делать фундамент. Я это хорошо как раз знаю. О, а еще я представляю себя, как крышу класть. Сейчас я нарисую, как крышу класть. Так, ага, так, и что мне не хватает сделать этот, стены. Так, а что-то у меня как-то не смыкается. Тот фундамент, который это вот и крыша не смыкаются как-то, я не могу, стены какие-то вот кривые получаются, или вот такие. А самое главное, что в процессе вот этого вот низового я вообще забыл о том, что мне протестировать надо. Понимаете? О том, что мне нужно детализировать проект, который мне дан. Сверху вниз, то есть начинаем от вот глобального солвера, разбиваем на более крупные, как на крупненькие подзадачи. Каждая крупная подзадача решает не самостоятельно, а делегирует это решение функциям помельче. Вот так пишутся большие программы, так они проектируются. Хороший программист, он может набросать проект, то есть набросать вот это все, не прописывая, не детализируя сразу. То есть он именно прописывает, вот как называется, это вот как вот здесь, ну только здесь более схематичная форма. Прикидывая интерфейс, и даже более того, прописывая их. И тогда он может выдать, сказать, так, ты пишешь вот эту, ты пишешь вот эту функцию, ты пишешь вот эту функцию, я пишу вот эту как наиболее центральную, да, может быть несложную, но я ее там, да, и так, вот ты пишешь вот эту, ты пишешь вот эту, вот эту, вот эту, распределил все на большую команду, да, и... В принципе, проект с заглушками он там уже есть, да, и вот его можно потихонечку, раз, и когда все закончили каждую свою функцию описывать, мы можем, короче говоря, этот процесс распараллелить, процесс создания программы. Понятно? Потому что я после этого, если у меня 3 подчиненных, то я этим подчиненным раздал вот эти функции и пошел пить чай. И только прихожу и периодически тестирую то, что они описали. Понятно? То есть я разбил на подзадачи и их просто контролирую как подчиненные. Но структурное программирование хорошо и тогда, когда вы в одиночку пишете код. Понятно? Более-менее большой. Ну понятно, что для мелких наших задачек, для мелких, это не имеет большого значения. Давайте сделаем небольшой перерыв. Небольшой. Вот. И потом я читаю оставшуюся сегодня тему. Глазки сюда. Я буду сейчас очень быстро насчитывать оставшийся материал, потому что меньше акцентов, а информации много. Допустим, есть функция А, которая вызывает функцию Б, которая вызывает функцию С, которая вызывает функцию Д. Как вспомнить, куда возвращаться по выходе из функции Б, когда ее программный код подошел к концу? Как мне вспомнить, в какое место функции А мне надо вернуться? Это происходит при помощи запоминания адреса возврата. Где запоминать адрес возврата? На специальной структуре данных, которая называется стек вызова. Именно там сохраняется адрес возврата. Адрес возврата. Адрес возврата внутрь функции А. Понятно? В момент, когда произойдет возврат, я это значение оттуда удалю. То есть оно на время нахождения, выполнения кода внутри функции B. Но если я дошел до вызова функции C внутри функции B, да, то я перехожу на начало функции C, ну как бы go to туда. Вопрос, как я вернусь оттуда, когда будет return, когда закончится функция C. Как я вернусь в правильное место? Для этого на стек вызовов поверх адреса возврата первого, да, ну давайте я напишу А, я его так назову, А двоеточие, ну допустим это была там 10-я строка кода, А двоеточие 10, то есть следующая строка за строкой вызова. Правда надо понимать, что функции может быть там участвовать в выражении, поэтому это на самом деле это так, как на ассемблере говорю, следующая строка. Да, здесь это будет, может быть, в ту же самую строку возврат, но в смысле к следующему действию, которое требуется выполнить после
выхода из функции b. Вот. Но тем не менее я так запишу. Да? Функция b вызвала c, вот возврат, и соответственно я возвращаюсь в какое-то место функции c, там строчку 11. Да? И вот собственно здесь написано b11. То есть у меня здесь уже два адреса возврата. А если функция c позовет еще и функцию d, то в момент выполнения функции d на стеке вызовов будет лежать целых три адреса возврата. Понятно? То есть вот эта вот штуковина, она называется, собственно, стек, потому что она какая? Стек – это такая структура данных, в которую данные закладываются поочередно друг за дружкой, а вытаскиваются в обратном порядке. Стек еще называют очередь типа last in, first out, LIFO. Last in, first out. Последний вошел, первый вышел. Понятно? То есть, когда будут происходить возвраты из функции d в c, то у нас будет сниматься адреса возврата в обратную сторону. Раз, два, и в конце, когда я вернусь в исходную, у меня будет снят и, собственно, адрес возврата в нее. А? Очищается. Да, он очищается. То есть накапливается, очищается. Если у меня функция уходит в бесконечную рекурсию, что у меня происходит? Переполнение стека вызова. Переполнение стека вызова функции. Понятно? Вот. Ну вот. На этом, собственно, понятно, почему бесконечная рекурсия. А, ну про рекурсию вы пока еще не знаете. Так, двигаемся дальше. Полиморфизм в питоне. Полиморфизм в питоне. Вот. Ну давайте сделаем такую функцию def add x, y. Двоеточие. Эта функция делает следующее. Она говорит z равно x плюс y и return z. Ну, я могу в одну строчку написать, но я хочу вот так будет. Вопрос. Я эту функцию могу вызвать только для чисел или нет? Ну, давайте. Да, z. Ну, давайте, x1. x1, add 1,2. А если я туда строки запихну? Ведь у меня же типы не написано. Если я вот так напишу, add a, b. А в этом случае что будет? Где подвох? Ответ. В питоне функция работает с любыми типами, для которых возможно выполнить вот эти действия. Полиморфизм – это универсальность функции по отношению к типам данных. Универсальность. То есть функцию вы описываете, и нет никаких ограничений на то, что вы туда будете класть. Если с двумя объектами можно делать операцию сложить, то эта функция будет работать. Понятно? Это правило позволяет не писать функцию много раз. Более того, при описании функции вы не должны писать, что тут обязательно целые числа. Ну, вдруг человек захочет воспользоваться дробными, а он прочитал вашу функцию и испугался. Понимаете? А вдруг она не будет работать дробной? То есть вы должны описать, а что именно требуется конкретно от этих операндов, какие типы операций они должны поддерживать. Понятно? Друг с другом. Чтобы функция выполнилась успешно. Вот. Есть еще такое описание смысла полиморфизма в питоне. То, что полиморфизм бывает разный в разных языках программирования. Через год, когда будем говорить про C++, я буду говорить про вообще другие вещи. Там нет этого полиморфизма. Там он другой. Полиморфизм в питоне еще можно назвать
Duck typing. Я сейчас не помню, как зовут этого человека, который придумал это наименование. Утиная типизация. Утиная типизация может быть коротко названа так. Если это выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, значит это утка. То есть, если объект ведет себя соответствующим образом, значит это подходящий объект. Да? Если этот объект можно складывать, ну допустим, там, складывать, там, умножать, вычитать, делить, значит это число. Понятно? То есть питон не будет с этим делом бариться. И это правильно для питона. Понятно? Утиная типизация. Ну, давайте, напишите дактайпинг, утиная типизация. Все, просто этим просто пользуемся, и все, это не нужно особых знаний тут и там парадигм рассказывать, про это дело не надо. Так, теперь двигаемся с вами дальше. Это значение параметров по умолчанию. Ну, мне жалко доски, там еще писать. Я вот прям тут напишу следующую тему. Параметры по умолчанию. Параметры функций по умолчанию. Допустим, у меня есть функция, которая будет писать не как print печатает, а через минусики или звездочки. Ну, в общем, через какой-то символ-разделитель, да еще и повторять слово по нескольку раз, разделяя этим разделить. Да, то я назову эту функцию def multiprint. Multiprint. Она будет, собственно, MSG получать, message, который требуется печатать. Да? Еще она будет получать number, n, да? Количество, сколько раз печатать это сообщение. И она будет получать, собственно, separator. Вот давайте я пока единственное что, я разделю это на несколько строк. N, запятая, и separator. Напишите так же, как я. Вот так вот, вот по скобочке выравнивая, да, вот чуть правее, чем скобочка. И сепаратор. Сеп. Достаточно. Причем я хочу, чтобы по умолчанию MultiPrint печатал сообщение один раз. Поэтому напишу n равно 1. Прямо внутри скобок заголовка функции. А сепаратором по умолчанию была, ну, например, звездочка. Так вот, если я напишу парочку вот таких вот дополнений прямо в заголовке функции, да, ну, там будет какой-то у меня результат, что это буду делать. Я сейчас это сделаю, распечатаю очень просто. Я распечатаю строчку, соединенную через звездочка, звездочка, точка, join, список, состоящий из MSG, перемноженного на R. Ну, это реализация простая. Функцию вы уже join знаете про строки. Да? Ну, вот. А, звездочка. Сепаратор. Что ж я творю? Сеп. Сеп, точка, join. Так вот, я смогу этот MultiPrint вызывать разным образом. А именно, я могу вызывать его без, с одним параметром. Чего? А? С одним параметром будет первый параметр, да? В этом случае у меня будет, то есть я пишу один и единственный параметр, да, он в этом случае первый, да, а остальные параметры получают при вызове функции реальном, да, вызов пошел. У меня вот здесь сепаратор будет звездочкой, а MSG, а N будет единичкой. Понятно? А если бы не указались по умолчанию, то не бы ошибку было. И мы бы не передали. Да, это была бы ошибка. Он бы, интерпретатор заметил бы, что от этой функции требуются еще два параметра, вы их не передали. Давайте-ка их сюда скорее. Понятно? То есть это возможность вызывать функцию с разным количеством параметров. Если я хочу указать количество, но не хочу указывать
сепаратор, то я могу написать вот так. Hello, запятая 3. В этом случае будет сепаратор по умолчанию, звездочка. Понятно? А если хочу? Очень хорошее хотение. Есть ответ? Давайте вот повыше немножко напишу. А что делать, если я хочу n по умолчанию, а сепаратор другой? Ну, в данном случае это бессмысленно. Давайте я сделаю n по умолчанию другим, 10, например. Ну, чтобы увидеть сепаратор. А как я буду делать? Смотрите. Я говорю, multiply hello. Этот параметр первым всегда, потому что, ну потому что вот так. Да, он должен быть тут. По порядку следования. А дальше я ему говорю, запятая sep равно, ну не важно как, двоеточие. Или два двоеточия, или три двоеточия. Не важно, можно в качестве строки многосрочной. Понятно? Понятно? Что-то много спящих в аудитории. Это называется именованный параметр. Дело в том, что в питоне с функциями можно баловаться. Вот, например, функцию эдода можно вызвать, передав в начале y, а потом x. y равно 1, запятая x равно 2. Понятно? То есть я явным образом последовательность я нарушил, но я явно сказал, какой параметр чему должен быть равен. Понятно? Особенно важны параметры по именованные параметры при использовании функции, когда у нас функция с неопределенным количеством параметров. Например, функция print. Функция print, она описана следующим образом. Ну, я вот тут присаду немножко. Вот. Функция print, она описана как? У нее, ну, я только my назову, my print. Не буду я называть точно так же, чтобы перекрыть print. Да? My print. Так вот, у нее там специальный параметр. args. Через звездочку записанный. Это значит, что args это, вот это список всех принятых параметров. То есть сколько ей через запятую ей пихай, он это дело примет вот здесь один единственный args, который будет в квадратных скобках через запятую содержать все параметры. Ну, вы списки теперь знаете, так что вам понятнее, да? Это список параметров. А если мне все-таки нужен сепаратор, в этом случае я пишу сепаратор по умолчанию, и как я смогу его изменить? Только явным образом указав sep равно чему-то. Понятно? Именно поэтому, то есть до него невозможно добраться через там, запятую, сколько параметров в принте, my принте не пиши. Ясно? Вот так это устроено. А что с этим массивом параметров делать? Как? Расархивировать его постепенно по очереди. For i, это range, len, for, ну, даже можно так, for x in args. Двоеточие, ну и там, не знаю, print x, например. Да? Ну, как-то так. Так, много разговоров, я недоволен. Я понимаю, что я слишком медленно рассказываю, наверное. Давайте ускоримся. Я вам рассказал лист эти самые именованные параметры. Теперь list comprehensions. По-моему, они были в лабе, но они у меня записаны, я их расскажу. List comprehensions. Их в русской литературе иногда называют генераторы списков, но слово генератор в питоне используется для другого. Поэтому лучше слово генератор придержать, да, а я напишу по-английски. List comprehensions. Итак, я хочу создать список, содержащий. А давайте вот так я напишу. У меня уже есть список 1, 2, 3, 4, 5. И я хочу на его основе создать список B, который будет содержать эти же числа, но возведенные в квадрат. Как мне это сделать? Ну, есть вариант вот какой. Я создаю пустой список B. Затем я начинаю пробегаться по числам в A, но мне не надо по индексам, я просто сразу x in A сделаю. Да? Мне же не нужно менять их. Если бы мне надо было менять, я бы по индексам добывал. Глаза,
Надо открыть глаза. Но информация не поступает. 80% информации мимо. 100% информации мимо. For x in a. Что я буду делать? B. Есть такая функция, которая допихивает в конец списка. Append. Append. X. Ой. X в квадрате. Append x в квадрате. Я таким образом в этот список, как я сделал, пустой, а потом в него долепливаю квадраты чисел. Пожалуйста. А есть вариант вот какой. Я могу написать так. B равно, открываю квадратную скобку, дальше пишу x в квадрате for x in A. Это comprehension, то есть, короче говоря, сокращение такое вот, как это называется, как на русский переводится? Ну, удобный такой, обычный такой вот, ну, сокращение, короче говоря. Да, удобное сокращение. Потому что мне не надо писать append. Да, у меня как бы цикл прямо в квадратных скобках, вот так вот. Но это не все. Оказывается, я могу осуществить отбор иксов. То есть я могу включить сюда не все иксы. Давайте сделаем c таким образом, да? То есть я аналог. Я делаю пустой список c и for x in a делаю только четные. Давайте только четные числа я буду возводить. Или даже не буду возводить. В куб. Четные числа возводим в куб. Что я делаю? If x процент 3 равно 0. Так, ой, 2, чёрт. В этом случае c.append x в кубе. Да? Что я тут напишу? C равно. C состоит из чего? Из кубов икса, для x в а, если x процент 2, 0. If. Вот. Да, if. То есть это фильтрация списка, ну или любого, на самом деле это вот то, почему я буду бежать, может быть не списком. Оно может быть любым итерируемым объектом. Строкой, например. Или может быть генератором, раз уж я их помянул, который range это же генератор, он нам числа скармливает, при этом он все не хранит их в памяти, он просто их нам выдает. Да, то есть почему я могу взять и сюда написать x, там, не знаю, или вызвать какой-нибудь f от x. Любую. Еще. Давайте я вам расскажу теперь про двумерные списки. Двумерные списки. Значит, первый пункт. Нету никаких двумерных списков в питоне. Их нет. Но может... Но есть списки, которые можно так пользоваться. Это списки списков. Да? На самом деле это списки списков. То есть выглядит это внутри как? У меня есть список, в котором у меня содержатся ссылки на... Ну давайте я поменьше сделаю чуть-чуть. Ссылки на списки. Понятно? Каждый из списков содержит ссылки на значения, но я их рисовать не буду. Желательно, чтобы эти списки были одинаковой длины. Не обязательно, но желательно, потому что иначе вам будет трудно разбираться, а как это дело пробегать. Значит, как этим пользоваться? Простите, я вас задержу. For i in range len a двоеточие. Для i in range len a, что я делаю?
перебегаю все G for G in range. В этом случае мне нужна длина не самого A, а строки. То есть, а строка, это у меня нулевой элемент, это строка. Нулевая это как раз строка. Понятно? For G in range len A нулевой. Хотя, если они разные длины вдруг, то лучше A и T. Где I, соответственно, номер строки. И тогда я могу, ну давайте, например, печатать их. Print A и T. Житое. Понятно? То есть две квадратные скобки подряд идущие. Получается, что я обращаюсь к итой строке и к житому элементу в этой строке. Я замечу, что и идет сверху вниз, да? А жи слева направо. И порядок следования не xy, а как бы yx. Причем это y. Еще раз запомните так. Номер строки и номер элемента в строке, а не номер столбца. Так будет вам понятно. Тогда вы запомните, что строка, собственно, идет в начале. Так, а теперь вопрос, а как сконструировать такой список? Это я им пользуюсь. А как его сделать? Неправильный способ его сделать. Неправильный. Давайте его сейчас нулями забьем. И это неправильный способ. 0 умножить на n – это быстрый способ создать список длины n нулей, да? Я использую операцию повторения над списком. Я, кстати, забыл про это рассказать в прошлый раз. Ну, вы, наверное, Владимир, может, там... Было, говорил. Ну, слава Богу. Операция повторения к спискам, да, повторяет m. Я могу сказать, о, а мне так... Я возьму это дело в список и повторю m раз. M строк, n элементов в строке. Это не сработает, потому что у меня вот это выражение вычисляется один раз. Делается список, содержащий одну ссылку на один список, а дальше операция повторения размножает ссылку. И у меня получится, что все строки фактически есть одна строка. Да? То есть у меня получится не то. А мне надо конструировать каждую строку отдельно. И именно в этом месте мне поможет, собственно, list comprehension, да? Ну или в этом неправильном смысле генератор списка. Да? For I in range m. В этом случае вот это выражение будет вычисляться m раз. Реально вычисляться m раз. Понятно? И оно будет перевычислено, значит это будут разные списки, они не равны один другому. То есть они равны, но они не являются. Not is. Вот. Ну вот, так, сейчас еще одну секундочку я взгляну, все ли я по этому сказал. Последнее. У списков и сказал, можно удалять последний элемент. Да, c.pop. Причем это удаление последнего элемента может вернуть мне этот элемент. То есть если я напишу x равно c.pop, то у меня этот x будет равен тому элементу, который удален из списка. И еще есть такая дорогостоящая операция, как pop itty. То есть я могу добыть itty элемент из списка. В этом случае у меня добывание itty элемента из списка, его уничтожение оттуда, требует сдвига остальных элементов, да, друг за дружкой, то есть по памяти. И эта операция дорогостоящая. Но тем не менее, если мне нужно вытащить самый начальный элемент, да, то я могу делать pop 0. Ну, на этом мы сегодня все-таки закончим. Спасибо.